Всем привет! Сегодня хочу показать, что можно сделать из гири с отбитой дужкой. У меня была 24-ка зесовская. Вот. У нее, благодаря несчастливой случайности, отлетела половина дужки. Я взял трубу с внешним диаметром 49 метров, надел ее сюда. Труба она вот валялась, первая попавшаяся. Надел на дужку и приварил. И получился, в общем-то, очень интересный снаряд. Можно поднимать, делать жимы, рывки, стойку. Вот таким хватом, вот таким хватом, вот таким хватом. Приварил гайку в днище, чтобы можно было увеличить вес. Приварил гайку в дужке. Ну, это не дужка, труба, в трубу М24, здесь гайка М18, также, чтобы увеличивать вес. Ну, сейчас продемонстрирую, как несколько упражнений, что можно с ней сделать. Так. Вот, интересно. Опа! Боже, ох, само собой. Общий вес получился 24 килограмма. И сейчас давай, может быть, сразу с блинами довесим блинов, посмотрим, как это будет выглядеть. Давай пока паузу сделаем. Ну вот, блины принесли. Сейчас покажем, как они крепятся. В общем-то, ничего сложного нет. Это у нас М18 на днище. Блин, где-то 3,5. Это тоже 3,5. Уже М24. Вот, это уже будет суммарный вес больше 30. Достаточно неплохо. Вот. Готов к подъему. Так, отойди. Сейчас попробуем. Опять. О! Уже потяжелее. Довольно интересная нагрузка. И хорошая. Покажу еще раз. Ну вот, что можно сделать из разбитой гири. Не спешите ее выкидывать или заваривать, или сдавать металлолом. Можно придумать, сделать вот что-то подобное. Хорошо.